Как настоящий конькобежец, водомерка освоила искусство скольжения по воде. Кончики ног имеют форму весел. Насекомое гребет передними лапками и направляет движение задними. Водомерка длиной 1 сантиметр может перемещаться со скоростью 1 метр в секунду. Такими темпами фигурист мог бы проезжать 3 катка за секунду. Казалось бы, водомерки должны тонуть, потому что вода менее плотная. Длинные ноги распределяют вес тела. Но настоящее чудо кроется на микроскопическом уровне. Тело и ноги насекомого покрыты тысячами мелких волосков. Каждый волосок покрыт водоотталкивающим воском. Они задерживают воздух, и на поверхности воды образуется подушка. Когда ноги давят на воду, пузырек оказывает сопротивление, что позволяет водомерке скользить по воде. Удивительные ноги требуют огромной заботы, поэтому нужно следить за водоотталкивающими волосками. Но легкость и небольшой размер не должны вводить в заблуждение. Водомерка — опытный хищник. Передними лапками она улавливает движение насекомого, упавшего в воду. Но и другие охотятся на тонущих жертв. Эту добычу придется оставить рыбам. Конкуренция серьезная, но водомерка справляется. Она удерживает мотылька особыми крючками и впрыскивает смесь ферментов, которые растворяют внутренности. Затем водомерка съедает питательное блюдо. Насекомое направляется к берегу, чтобы подготовиться к следующему нападению. –